у тебя узаконь безумие в Германии, узаконь безумие в этой банановой республике, узаконь безумие в этой вонючей дыре. О, Господи, Ты подарил мне удивительный сон о том, как обеднеет, обнищает Германия в следующее канцлерство. Я надеюсь, что этот сон будет пророческим. Сегодня все газеты пестрят вчерашними дебатами. Сегодня все газеты на все лады разбирают вчерашние дебаты. О Господь, умоляю Тебя, о Аллах, пошли свое яви мне свое присутствие, пошли ангела нищеты на эту вонючую дыру. Пусть ангел нищеты хорошенько пройдется по Германии. Пошли мне знак обнищания Германии. Яви мне ангела нищеты. Яви какой-нибудь знак, огненный столб, неопалимую купину, что-нибудь. Яви мне свое присутствие. Пошли ангела нищеты на эту ёбаную страну, на Дейчляндию. Я ненавижу Немчуру. Ненавижу Немчуру, потому что Немчура выходит за рамки своей маленькой коробочки. Все, что выходит за рамки маленькой немецкой коробочки и отпуска на Майорке, слишком сложно для понимания Немчуры. Поэтому Немчура заслуживает самого худшего. Немчура заслуживает это склизкое чмо, это уебище Армина Лашета. Это склизкое чмо, это улыбающееся Чикатило. Оно улыбается на фоне Штайнмайера после смертей от наводнения в июле месяце. Оно улыбается и улыбается своей щедрой улыбкой Чикатилы. Этот Чикатило — это именно то, что нам нужно. О Господь, пошли Чикатилу. О Господь, пусть Чикатило будет нашим канцлером. Пусть он будет канцлером, чтобы Немчура могла обнищать, чтобы Германия могла вскоре обнищать. Именно это произойдет в его канцлерство. О Господь, яви ангела нищеты на эту ёбаную банановую республику, на эту дыру. О Господь, я больше не могу слушать эту ёбаную пропаганду. Это ёбаная пропаганда о том, что в Германии нет гомофобии, нет трансфобии. И о том, что альтернатива для Германии не гомофобна. Альтернатива для Германии ровно настолько же гомофобна, как... Ровно настолько же гомофобная партия, как НСДАП. Антисемитская партия.
ровно настолько. Если вы дадите понять, что идеология НСДАП, что эта идеология принесла бесконечное страдание бесчисленному количеству людей, это ни в коем случае не повод признать эту идеологию ошибочной. О Господь, как мне все заебало, как меня заебали эти ёбаные эксперты, эта страна ёбаных экспертов. Именно поэтому Дачляндию называют западной рашкой. Это, сука, западная Россия, это западный вариант России. Это страна ёбаных экспертов, и здесь все сплошь одни эксперты, да? Не вчера, сплошь, это, блядь, ёбаная страна экспертов. Немецкие ближневосточные эксперты, это что-то вроде, это такая мистификация, но то, что они даже на полпути не умеют говорить на языке региона, не говоря уже о том, чтобы писать и читать, это просто охуеваешь. Насколько самоуверенная, самодовольная это ёбаная немчура. Немчура верит в абсурд, потому что немчура сама по себе абсурдна, и это нормально. Немец верит в абсурд, потому что он сам по себе абсурден, и это нормально. О, Господи, пошли этого слизняка, этого слизистого уёбка Армина Лашета в качестве канцлера. Пошли этой стране. Я охуеваю от топорной немчуры, которая все время на... которая сплошь, вот, они, блядь, все одинаковые. У них спрашивают, что ты читаешь? Я читаю Кримис. Что ты смотришь? Я смотрю Кримис. То есть, нужно выговорять... расово-немецкий Кримис, да? Кримис. Я смотрю детективы. Я читаю детективы. И уёбище Армин Лашет постоянно толдычит о том и в это время можно увидеть во всей красе его щедрую улыбку Чикатило. Он говорит, я смотрю Тат Орт. Тат Орт — это дебильное шоу. Это дебильное криминальное шоу. Это для дегенератов, детектив для дегенератов. Вот это интеллектуальный уровень. Это интеллектуальное развлечение, нет, не развлечение, это именно что интеллектуальное времяпрепровождение, интеллектуальное занятие. Это интеллектуальный уровень ёбаной немчуры. И это ёбище, этот улыбающийся Чикатило, это склизкое чмо, этот слизняк. Когда он говорит, я смотрю Атворд, когда он говорит, я смотрю Татворд, я тоже смотрю Татворд, это уёбище говорит тем самым «я народ». Как говорили, эту риторику использовали все диктаторы. Они прежде всего говорили «я народ», да, так говорил Сталин, так
говорил Муаммар Каддафи, они все говорили: «Я народ, я говорю от лица народа, я и есть народ». И это уебище использует тот же самый прием, что и диктаторы. Оно говорит «Я народ». Когда оно говорит «Я смотрю Татворд», то есть это дебильное криминальное шоу для дегенератов, оно тем самым говорит «Я народ». Оно использует тот же прием, что и все диктаторы. О, Господи, пошли ангелы нищеты на эту ебаную Германию.